Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 364, события дня. Считай эпиграф. Иоанна 5:44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Видите, вот я когда первый раз услышал это, прочитал, меня просто на другую сторону отбросило. Так это же везде так делается. Славу друг от друга. А от единого Бога искать славу, это значит поношение, все, что с тобой будет, это слава от Бога. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить вас. Те, которые нападают, они этого не знают. Гнали, преследовали апостол. Великая награда. Велика ваша награда на небесах. Слава от Бога. А как Бог поступит? Да не надо говорить. Не так поступает. Ну не надо. Еще так сурово вот все говорите. Наши, какая-то вера у вас такая фанатичная, злая. Наши деды веровали, говорят, играли в домино, в карты. Мне сколько раз говорили. Это за 10.12.2016. Сегодня какое? 12-е. Это за 11-е. Это за 11-е, за воскресный день. Вчера. Ну и вот дополнительно еще два места. Считай. Еремия 13:23. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Иоанна 12:43. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Это к тому эпиграфу в помощь. Дальше. Сергей Ильин. Спаси Христос. Игнатий Тихонович умело комментирует увиденное, как будто он учился на факультете журналистики и филологии. Дивен Бог во святых своих. Поэтому люди не случайно тянутся к Господу через Игнатия Лапкина, который сам от Бога. Наталья Че. Спаси Христос, Игнатий Тихонович, мир всему вашему дому. Очень рада прочитать ваши стихи. Вот как Господь делает. Читаю каждый день по правилу Псалтири Новый Завет. А вот остальные книги Библии никак не могу. Все собираюсь. И вот надо же, какая от вас веточка. Призыв. Да хватит спать, надо трудиться, организовывать себя. Как же нас любит Господь. Надо успевать, пока не окончен путь. Спаси вас всех, Христос. Низкий вам поклон, целуем и крепко обнимаем. Вот эта веточка, по-моему, здесь весточка надо поставить. Такая весть пришла. Как считаешь, а? Весточка. Пусть хорошо, будет весточка. Пусть будет весточка. От меня весточка пришла. Веточки я не присылал никакой. Ну, ошибочка. Дальше. В Дагестане произошло вопиющее преступление. Две девушки из Карабудах Кентского района изнасиловали соседского паренька, писавшего им непристойное послание. Как сообщили КП.ру на Северном Кавказе, пресс-службе прокуратуры Дагестана, 15-летнему жителю села Карабудах-Кент очень понравились две его красивые односельчанки, 29-25 лет. Мальчик узнал мобильные номера девушек и начал писать им непристойные смски. В этих сообщениях подросток описывал, что б сделать с девушками, если показался с ними наедине. Тогда подруги договорились и пригласили подростка на свидание в безлюдное место за селом. Там девушки напали на мальчика, изнасиловали и жестоко избили его, что больше таких вещей не писал. Подросток пытался сбежать от мучительниц, но они поймали его и пригрозили убийством. Все происходившее девушки сняли на камеру и публиковали в интернете. Мальчик тщетно пытался скрыть все произошедшее в тайне, но видеозапись издевательств чуть позже увидели в сети родители мальчика. Отец и мать подвергшегося насилию подростка обратились в полицию. Девушки были арестованы за изнасилование несовершеннолетнего, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Они получили по 8 лет колонии общего режима. Вообще, первый раз такое в жизни считаю. Женщины изнасиловали, тут сколько только можно думать, чего, как они. Тем более, если бы это где-то было, я знаю, это я с заключенными работал. Но речь идет о Дагестане. Они ничего не могли непристойного сделать. Они, это другая нация, это другой, как говорят, менталитет. Ну и дальше я выставил вот какие материалы здесь. Прочитай. Так. 41 стихотворение Лапкина Игнатия «Игла», положенное на музыку и пропетое под гитару Савченко Виктором.
название щита. Вот, вот это, которое есть, стоит только контур нажать, а потом на него навести, щелкнуть и сразу откроется. Некоторые спрашивают, а какие, что. Ну, то мы, я выставил половина, примерно половина, чуть меньше половины даже, как будто бы. То, что Виктор напел, поет один. А сначала не было так. Матфея 19.8. Ссылка. Ну как вот, что это такое? Смотрите, я покажу как вот. Я нажал контур, нижняя, крайняя, левая, и нажал. Она сама откроется. Так, дай звук. Не больше. Было так. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. В разные времена вот Господь благословил меня написать эти стихотворения. А Виктор Николаевич Савченко, это старший воспитатель в нашем детском лагере Стане в Потеряевке, в честь Климента Анкирского, он положил на музыку, играет и поет. Уж как это воспринимается, ну все по слову Божию. Еще раз я говорю, что это не стихи, проповедь в стихах. Но сколько в них заложено всего, вот это сами определите. На многое, что ныне видим в храме, от попрошаек лгущих у оградки, до алтаря на батюшке с дарами, мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это нам так ново. Отдалие слова, от них все холоднее, судить вас будет слышанное слово. Отдалие слова, от них все холоднее, судить вас будет слышанное слово. А если так, то по нему сверяйся, накладывай в сравнении к одному один. Дымятся злобой, слыша это рясы, да замолчи ты, еретик, кретин. Но если я невежда, недотепа, магистерскую степень не лизал, могу услышать, как ушли далеко, переродилась в дикую лоза. Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это нам так ново. Отдалие слова, от них все холоднее, судить вас будет слышано слово. Отдалие слова, от них все холоднее, судить вас будет слышно слово. То как не дрогнут камелавки митры, хотя бы раз открыв Новый Завет, кто исказил, придумал мудро, хитро и затемнил сошедший с неба свет. Умнее Бога впавшие в монахи кромсали изречения Христа, поволокли слова Его на плаху, а измышления свои на пьедестал. Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это нам так ново. Отдалие слова, от них все холоднее, судить вас будет слышанное слово. Отдалие слова, от них все холоднее, судить вас будет слышанное слово. Не глянь, нас режет его фраза: сначала было это все не так. Торговлю убери, молись не для показа, не человека слушай, а Христа. Никто не благ, но только Бог один, так почему же, преблагая Матерь, Персон
выбирает сыну властелин, а не заказчик вензелей на скатерть. Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это нам так ново. А далее слова: от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. А далее слова: от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. От них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Одно стихотворение сказать, положенное на музыку, прослушали. А теперь дальше посмотрим. Я еще кое-какое вырву отсюда. Так. Герои прошлого с утра... Считай это заголовки. Герои прошлого с утра сидят в прихожей. Поет... Это, об этом кто наши воспитатели? Гимн России. Слова Лапкина Игнатия исполняют Савченко и Виктор. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Номер третий. Дрессировщик собак повелительно крикнул. Номер третий. Песнопение на наши стихи. Важность коровы. Точка. Кошка. Дальше. Не спешите меня хоронить. Песнопение. Пример к себе. Вот пример к себе. Вот я некоторые дам прослушать один раз, а потом остальные сами прослушаете. Опять нажал контр и нажал. Все. Это в интернете все стоит. Сегодня 1 октября 2014 года. Вот Игнатий Лапкин сидит, его стихи сейчас мы будем. Виктор Николаевич Савченко, он будет их напевать, это он музыку составил к ним. Пример к себе своим воображением. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью, всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить, ни одной победы. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Хотя как знать, когда я ускользну. Стрельба и я, петля не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике и в бессилии. Их совещание под тайным кабинетом. Моим паролем, кличкой, псевдонимом. Пропитанные, обклеенные планшеты. Так день и ночь, а стрелы мимо-мимо. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житейный пройден, с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Их измотало в горных перевалах. Там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, балагам, отвалам. Исследуя святых, о ком я начитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мной Доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед Акриды, а штаб-квартирой избран Барнаул. Я успевал на каждом повороте
засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройдя, с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду, я отошел недосягаем вам. Прощай, земля, за закон ограда, мой труд следы читайте по слогам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда, мой труд следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройдем, с той стороны земли на все гляжу. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройдем, с той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Не спешите меня хоронить. Не спешите меня хоронить. Я прощаюсь с оставленным телом. Обредите меня для войны, для последнего страшного дела. 40 дней по мытарствам идти, 20 разных таможен не схожих. Там дотошный допрос будут бить, колотить, строить черные адские рожи. Поддержите молитвой мой путь не окончен, враг плотной он осядет, окружит. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Столько рыл перепончатых крыл, скрежет злобы бесовской постылой. Обо всем испытание, что ел и что пил, как почем небесам не коптил ли. Мой язык, если в правде привык, ну а если неправда найдется, и за мысли мои не любил ли кривых, от рождения и до погоста. Поддержите молитвой мой путь не окончен, враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Развратные мысли по числам, по часам и минутам припомнят. Верил в жертву Христа или был атеистом, жил невечно или законно. Погодите судить, я не умер еще, судят недруги, лают нахально. Перед вами живыми давать мне отчет, перед страшной дорогою дальней. Поддержите молитвой мой путь не окончен, враг плотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно.
четыре из тысячи ружей. Если вы мне простите грехи, истребите долги и сожжете, вам на память оставлю гнилые мехи, проводите их с малым почетом. Схороните меня в сапогах, в моей робе тюремных заплатах. В них прошел я Чечню, Карабах, всех мирил за Христом не за плату. В них прошел я Чечню, Карабах, всех мирил со Христом не за плату. Поддержите молитвой мой путь не окончен. Враг плотную насядет окружи. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Поддержите молитвой мой путь не окончен. Враг плотною насядет окружи. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Ну и дальше прочитай. Так, бой, война объявлена везде. Дальше, думы мои, думы вереницей, чередою. Далее, колыбель человечества, наша планета. На образ Сикстинской Мадонны. Назови ребенка по святцам, не по самохотению. Проповедник игла, стихотворение Рогова Владимира Егоровича. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Сетование церкви и 4 тома проповеди в стихах по 800 страниц книга. Это у меня не опубликованная. Уже все сверстано, все в интернете стоит. 4 книги стихов. Служение апостолов. Тишина и музыка. Как их соединить? Поет Виктор Савченко. Христос воскрес. Воистину воскрес. Что скажет Бог, то изреку и я. Заученная фраза у Михея. Ну, что такое? Пророк Михея, о нем стихотворение хоть одно есть в мировой литературе? Нету. Нигде не встречал, уж я сколько пересчитал. Ну, а можно даже дать прослушать. Что скажет Бог, то изреку и я. Что скажет Бог, то изреку и я. Заученная фраза у Михея, к такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. Его заклинило на этих вот словах, что грамота, диплом, институты, не умолчу, вы можете плевать. Кто поступал иначе, были плуты. Михея просят все архиереи, умолкни из реки добро о президентах. Он снова на его в эфире реет, разоблачает Ирачика агентов. Жив мой Господь, что скажет мне мой Бог? Я изреку и ни словечко против. Замучились с Михеем, сбили с ног. А он за старое пророк совсем не кроток. Патриархийное священство в рот глядело, уполномоченным, поставленным от власти. А он один твердил свое так смело. За стол не лез отведать горькой сласти. Михея просят все архиереи, умолкни из реки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет, разоблачает пирочника агентов. Жив этот Бог Михеев и сегодня.
утро он жив все то же, что вчера. Он ищет вновь таких, кто в деле годен, и страх имеет, как изрек Сирах. Напротив одного живущего в презрении, с кадилами синоты патриарх, а он для них в горшке разводит бренье. От ревности мирской ссыпает прах. Михея просят все архиереи: умолкни из реки добро о президентах. Он снова на его в эфире реет, разоблачает ирачейкам агентов. Он поет их, у них вспухает луна. Пузатый легион, под ноги лежат чуть-чуть с наклоном. Не могут совершить они один поклон. Опухшие продажные слепые не могут до купальни добрести. О, сколько жеребцов не хватит пыли, кому доверились мы, Господи, прости. О, сколько жеребцов не хватит пыли, кому доверились мы, Господи, прости. Михея просят все архиереи, умолкни из реки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет, разоблачает ирачика агентов. Михея просят все архиереи, умолкни из реки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет, разоблачает ирачика агентов. Что скажет Бог, то изреку и я. Теперь мы немножко дальше еще. Я кое-какие буду останавливаться, потому что другой раз это уже не представится. Дальше. Аллилуйя, стихи Игнатия Лапкина. Благая весть, кто понесет ее? Богослужение на родном, на русском. Враг стал другом, коршененок коря крючконосый. Вышли, Господи, делателей. Гори костер, пятница, картошка, концерт, детский лагерь «Стан». Еретики, сектанты, они идут, и как им не прийти? Дальше. Опять метет. Отдайте Шокотан и Кёнигсберг отдайте. Давайте вот это посмотрим. Что такое здесь? Меня обвиняют за это, вы хотите страну разрушить? Прямо вообще удивительное дело. Ничего я не могу... Политика души. Отдайте Шокотан и Кёнигсберг отдайте, пока еще не поздно, поспешим. Не удержать богатств, хрипят и лезут тати, излишки все крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и праправнук, что мы во время бури и штормов за борт рубили мачты не тараном, спасли Россию ясностью умов. Лишь Дух Святой умом отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий Шокотан, какой грозит трясучий Шокотан. Нельзя несправедливо ни по Богу, раскинув руки, пьяным бороздить. Когда соседи жмутся под рогом, нам негде жить, нам негде жить. По совести ли вымирают люди, пустеют города и заросли поля. Мы захлебнулись, то ли еще будет, когда извергнет мертвецов земля. Лишь Дух Святой умом отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий Шокотан, какой грозит трясучий Шокотан. Готовы чаши гнева, вихрь зловредный, от гнойных ром
зловоние и смрад. Последний конь, и конь, как знаем, бледный, и смерть на нем, а сзади виден ад. Что непонятен призыв благодати, с премудростью и со Христом бы жить. Да мы окружены и спереди, и сзади, и всем руководит Христопродавец жить. Лишь Дух Святой умом отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий катан, какой грозит трясучий катан. Отдайте шикотан и Кёнигсберг отдайте. Ну, видно, что Витя поет проникновенно. Так, это мне не то надо было, вот это вот. Дальше. Воспитатель Виктор Савченко не спит, Святую Библию читает. Дальше. Святая Русь, в кавычках, святая. Признаки пришествия Антихриста. Давай, Святая Русь, это все-таки один раз можно еще прослушать. Святая, Святая Русь. Святая Русь, святая в кавычках. Чему вы обольщаете Самвона с подмоста у шафота у Кремля? Что будет мир и рухнет храм Дагона, заплодоносит мертвая земля? Вы говорите об лове России, царях великих, собиравших Русь, что всех Иуд повесят на сине, но я обратное вам предсказать берусь. Святая Русь, нас заклинают хором, Святая Русь жива и будет жить, и детям нашим не видать позора. Их будущее больше не страшит, не знаю, для чего так лгать, заучено цветасто и искусно. Прислушайся за каждым словом, мать, печаль веков щадит, и в сердце пусто. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови, тернистый путь, и вход уж очень узкий. Не верится и верить вам грешно, опровергать здесь нечего, напрасно. Во всем всегда одно большое «но». Мы говорим не об одном, а разном. Величие России не в тюрьме, не тысяче километровое пространство, но в покаянии и в сердце и в уме. Пусть маленькое, но Христово братство. О Боже, проповедников пришли в служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови, тернистый путь, и вход уж очень узкий. Святая Русь, когда была святая, скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порт Артура, оспу островов. Все подгребли самутом льгу и вьюгу, и расплодили нехристи воров. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови, тернистый путь, и вход уж очень узкий. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне, Прибалтике, татарам и Чечне. На
нашей земли вожделение, зависть. Облизываясь, смотрит миллиард весь мусульманский мир. Там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренное нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Обольщайте самвона. И вот здесь внизу, вот Святая Русь. Вот здесь дается полная, я не знаю, что тут, не полностью подмосток у Кремля. Да как же так? Я же выставлял тут Святая Русь. Даже не знаю, как это могло так быть. Вчера только выставил, и две строчки осталось. Это несправедливо. Сейчас я, подожди-ка, где тут пение Виктора? Здесь есть слова. Слова. Святая Русь. Ну-ка, где? Святая Русь. Вот она. Вот теперь я ее выделяю. Ctrl-A, Ctrl-S. Переношу сюда. И вот сюда вот вставляю. И вставляю вот так вот. Все. Вот. Примет или не примет система. Святая Русь. Но тут удалить надо старое. Старое удалим. Вот это старое удалить. Вот. А теперь вот она, смотрите, Святая Русь. Теперь только нажать вот так вот. И вот все дальше Святая Русь. То есть никогда она не была святая, все это выдуманное. Выдумка. Обман. Лютый обман. Теперь дальше. Признаки пришествия Антихриста. Дальше. Приходько Наталье, старшему воспитателю в лагере Стане. Псалтирь Давида, царя израильского, пророка и псалмопевца. Сытый-то голодному не брат. Дальше. Стихи Игнатия Лапкина. Пение Виктора Савченко номер 4. Дальше. Строительный отвес. Вот строительный отвес. Что можно написать о строительном отвесе? Вот если есть такое где-то стихотворение в мировой литературе где-то, покажите. Мне это открыто. Строительный отвес. Согласно Слову Божию. Контр нажали. Я снова на нее нажимаю. И вот она выходит. Смотри. Строительный отвес. Дьякон возглашает премудрость вон мем. Значит, распрямитесь, станьте прямо. Не в дремоте, как боевые кони, готовы в бой через брустверы и ямы. Все меры жадности искривила чина. Подмена гирь у продавца в суме. Уменьшили длину по своему аршину. Напишут три в потай, один в уме. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды при лживейших словес. И будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие. Единственный отвес. Евангелие. Вот единственный отвес. Но никому и никогда не снилось уменьшить тяготение земли. Таков закон, здесь ждите лева милость. Ответом все, чтоб выверить могли. И нашу жизнь стояние пред Богом. Не люди грешные под нынешний момент. Не дохлая мораль, не поэтично слога. Наклон любой отвес сведет на нет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды при лживейших словес. И будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие. Вот единственный отвес. Евангелие. Вот единственный ответ.
лес. Стоим ли прямо с Библией, сверяйся, и не склонись под чуждое ермо. Для выгоды своей шушукают царясы, интеллигенция давно ушла в дерьмо. Отвес строительный на тоненьком шнуре, и по нему свой сноп поставим прямо, ограду выправь на своем дворе. Кто не стоял, по смерти примут сраму. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелия. Вот единственный отвес Евангелия, вот единственный отвес. На высоте не устоит подпорка, завалится лжевера без канонов. Искусством оправдания вчерашней оговоркой корабль не спасти, что кверху дном утонет. Корабль не спасти, что кверху дном утонет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелия. Вот единственный отвес Евангелия, вот единственный отвес. Надо посмотреть, строительный отвес тут нету. Ну как же так, слов-то нету, куда они делись? И мне спрашивают, а куда это все девается? Говорит, написано столько-то там этих комментариев. Заходишь, ни одного нет. Я откуда знаю, я говорю? Я вообще не знаю. Строительный отвес. Вот он где. Строительный отвес. Ctrl-A, это значит заактивировал. Ctrl-S, скопировал. Захожу. Вот я сейчас ставлю при свидетелях. Я вставил, вот оно. Все. Все места с писанием. На каждой строчке место писания, откуда взять. Ну, сейчас есть. Ну, теперь надо смотреть, почему ее не было. Это уже я не могу сказать. Дальше. Лагерь стан в степи на навозной куче. Что может быть круче? Дальше идет богоносец священный Игнатий. Богоносец Игнатий брату Иоакиму. И меня обвиняют судьи и человеческий закон. Вот так. Вот сколько показали? 41 песнопение. Ну, кому нужно будет? Контур нажал и можно прослушать. Михаил Домнич. Михаил Домнич, спаси Христос. Очень приятные и назидательные ваши стихи. Во славу Господа нашего. Слава Богу за вас. Вот видите как. Какие люди есть, которые понимают, которые слушают, которые извлекают полезное. Даже, ну, я же не поэт. Но я выразил, как это... Мне казалось, чтобы довести до сознания людей. Ну и наши ресурсы. Вот первое, что у нас. Это мой мир, Mail.ru называется. Мне очень нравится эта система. И вот сегодня что поставили? Первое деяние. Номер один деяние. Решили насчитывать по этой вот книге. Вот, Новый Завет, смотри. Это второй том. Новый Завет. С толкованием блаженного Феофилакта. Трехтомник. Каждый том 752 страницы. Это впервые за 2000 лет вышло такое издание, это наше издание, где толкование и откровение. У блаженного Феофилакта его нету. И мы вот 230 иллюстраций Гюстава Доре сами раскрасили. Вот, посмотри, как красиво. Внизу написано, где, откуда взято местописание. Кроме того, выделены места, которые говорят о проповеди. Вот они как жирным курс... выделено все. Кроме того, здесь 297 комментариев на положение в церкви относительно любви к Богу и Слову Божию. Далее, что у нас есть? Это вот наш православный форум во свете Библии. Вот во свете Библии. 1602 темы. Это очень-очень богато. Легко регистрироваться здесь. Ну и дальше что? Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Вот сегодня поставлены были утром рано. Я встаю пораньше.
3:15 сегодня встал. Что поставлено? Первое – деяние. Второе – готовится замок. Завтра я снимаю его. Дыбунов выступает об объединении. Занятие по скайпу об исследовании Библии. И события дня. Вот завтра интересно события дня будет 365-е. За сегодняшний день. Ровно год. Ни пропуска, ни одного не было. 365 дней назад кто-то нам сказал, Колесникова Николай Иоанна, что мы неграмотны, дети приезжают, нам установили, вы каждый день давайте о событиях дня, нам очень интересно. А теперь говорят, да это ваши недруги вас подтолкнули, чтобы про вас все знать. Извлекаем из ничтожного полезное. Не знаю, по сегодняшний день. Откуда мне знать? Ну вот, колокольчик и первое, сейчас я могу нажать. Бывает, иногда матерками кроют. Ну, вот это я не знаю. Правдолюб, правдолюб. Ну, то свет Христов, то христолюбцы. Разные названия. Почему прячетесь-то? Если все чисто, почему не открыто? Ни фотографии, ни фамилии, ни имени. Правдолюб. Ну, давай, прочитай. Что тут? Правдолюб. Правдолюб. То, видишь, не получилось. Что тут пишет? Игнатий Тихонович, как вы считаете, украинский народ имеет право на свое государство? Имеет. Свой язык? Да. Культуру? Да. Свою независимую от России Украинскую Православную Церковь? Да, имеет. Имеет. Дальше. Что вот тут? Тоже. Игнатий Тихонович, возможно, тоже ответит, но хотел спросить, а что это даст, если бы этого не было? Когда Россия запрещала украинский язык, запрещала украинскую культуру, называла Украину не страной, а украинской областью, на Украине есть своя украинская православная церковь, да, Московская патриархата, а есть и другие. Не нравится ОПЦ, МП, идите в другую. Здесь-то вам зачем раздоры и расколы вносить? Это как прийти голым на бал и всех призывать к тому. Да как это вы, батенька, местом ошиблись? Вам на нудистский пляж надо было. Ох, вам, горемычным, как мозги-то промывают. Вы о Христе ревнуете, а не о административном положении. Видимо, оно для вас важнее Бога. Ну, видите, вот, ну, ничего, неплохое. По крайней мере, не выругался. И мы, говорится, сказали тут. Ну, вот и все. Это еще песнопение, их надо закрыть. Пожалуйста, вот сегодня я пожелал дать песнопение. И получилось, не получилось, один Бог знает. На этом... А какие события были? Я хотел сказать, вот интересное событие. Вчера просто событие было. Ну, люди, которые там скажут, я суеверный, там то другое. Ну, сначала выслушайте. А событие в том заключается, когда я обратился по Евангелию к Богу, это Латвия, город Венспис, улица Карла Розенберга, 18-4, Еремеевы, муж с женой. И вот она говорит, как заходишь, у них сразу около двери стол. Она режет хлеб. Берет нож и масло намазывает на кусочки хлеба. Ну, обедают люди, то другое. Она хотела нож убирать, как всегда. Ножа нету. Она под стол, в другую комнату не заходила, но зашла, посмотрела, мужа спросила. Нету нигде, ножа нигде нету. Она спросила потом, кто был за столом. И говорит, а вы нож видели? Конечно, ты намазывал. А ты бы не брали, так чего ради? В гостях были, нож бы взяли. Проходит дня 4, она каждый день со стола моет, убирает, приходит, а нож лежит в масле на столе, посередине стола лежит. Она убирала каждый день. Мистика. У меня ночью бывают судороги от холода. И Люба Минаева из Потеряевки, она связала носки. Это собачья шерсть. Очень здорово. Я их надеваю, у меня никогда ноги уже судорога не тянет. Они с любовью сделаны. Их видно, какие они. Вот они. И вот что интересно. Вчера вечером ложиться спать. Я одну вот так имею. Вот это лежит. А другой нету. Ее просто нигде нету. Вот ребята начали искать. Вот стоит Никита, Володя, вот Василий у меня в гостях. Они фонарики взяли, ищут везде. Может, котенок сдернул куда-то. Василий даже в подпол заглянул. Я фонариком сюда, за компьютер. Ну, котенок играет. Нету. У одеяла все со всех сторон проверили. На 3 раза проверили. Ну, мало ли, что попало. Нету нигде. Ну, ты видел? А ты вчера вечером был?
когда мы искали. Ты знаешь? Да, я тоже так. Ну вот понятно. Ну я тогда взял другой, надел носок, у меня запасные есть. Сегодня утром стою, прямо посередке на одеяле лежит второй носок. Я смотрю, два. Вчера я даже попробовал, может, в валенке его задавил там где-то, может, носок в носок, нет нигде. И сегодня прямо лежит здесь, вот. Может, Василий, ты на кровати искал, хорошо? Да. Может, вы ночью нашли его, да положили? А? Может, вы ночью нашли его, когда вставали и положили за... Куда я положил-то, когда нету нигде? Мы все же искали. Горит лампочка, с фонариками, как бы я положил-то? Мы же здесь стояли. Все, нигде нету, не было. Его здесь на полу не было, это 100%. Где он был? Вот такая мистика. А где там был нож, если его не было? 4 дня, что ли? Знаю. Со стола каждый день убирали, клеенка чистая. Прихожу, говорю, с работы, нож лежит в масле посреди стола. Вот такое бывает. Это вообще наш день воскресенья. Что у нас утром? Богослужение, литургия, причастники были. Тут выставим все и собрание. Батюшка едет причащать на дому, болящие. У нас идет после обед. После собрания занятия и братья вышли на раздачу Евангелия. И вчера совсем мало раздали. Люди вообще не берут Евангелия. У Никиты хорошо получается. Видно, прямо разговаривает, дает там, и люди даже это замечают. Но всего только 2 таких человека, с кем пришлось так поговорить. Вот все сегодня. События дня. Покажи эпиграф нашей жизни и как Слово Божие живо и действенно. То есть моя задача, любое толкование блаженного Феофилакта, привести на сегодняшний день и конкретно к тебе, который слушает. Вот в этом искусство, в этом и заключается самая главная миссионерская работа. Чтобы Дух Святой показал не просто Евангелие и не просто толкование, а конкретный перенос и дальше каждой душе, что ему сказать. Никакие миссионерские отделы тут не помогут, тут только Бог. Самый большой обман, который в государстве идет, это не с пенсиями, не с Чубайс. Миссионерские отделы. Это фальшь 100%. Благовестнические могут быть, проповеднические могут быть, взаимопомощь может быть, певческие, литургические. Миссионерские не могут быть. Это труд Духа Святого, притом направляет 2 отдела, есть 2 человека. 2. Христос 12 избрал, по 2 направил. Кирилл и Мефодий опять 2. Павел разошелся с Варнавой. Вот он взял Марка, а он избрал силу, опять по 2 пошли. Вот и все. Богу нашему слава во веки веков. Спаси, Христос Никита. С тобой мне легко работать.